Всем привет, друзья, с вами Неломоп, мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Hello Neighbor! Так, привет, сосед, нас продолжение. Мы остановились на том, что нам нужно было разобраться с одним таким местечком. Местечком, где у нас, короче, что у нас там происходило? Ага, там у нас был месяц такой, и мы никак не могли с этим месяцем разобраться. Только я потерял свой зонтик, к сожалению, где-то я его тут случайно выронил, у меня где-то он тут упал, я теперь не могу и без зонтика дальше-то, получается, нормально играть. Что очень будет для меня сейчас проблематично. Ну, пойдемте туда искать новый зонт. Я помню одно местечко, где мы можем найти новый зонт. Надеюсь, сейчас меня сосед не поймает за жопец. Так, пока он меня даже не видит. Это очень хорошо даже для меня. Плюсик, 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 плюсик. Опа. Ой, промазал. Как это я так промазал? Так, а я как-то мало не могу ничего рассмотреть. Мне отмешает этот граммофон, честно говоря. Да господи, что со мной происходит? Не могу как допрыгнуть. Так, сюда, сюда, сюда. Опля. Так, опа. О, еще одна камера. Сколько тут камер понавешивал этот соседушка. Так, где-то здесь был зонт. Я помню точно, точно, приточно. Так, зонтик, ты тут? Вот он, мой дорогой, есть зонтик. Хорошо, с этим делом мы с вами справились. Теперь можем, собственно, пытаться забраться наверх. Так, тут у нас капканы. Но нам нужно туда забраться наверх, чтобы у нас была ночка. Поэтому нам нужно сейчас, чтобы нас сосед все-таки словил. Сосед, где ты лазишь опять? Сосед, ну лови же ты меня, господи ты мой. Так, где ты? А, вот он ползет. Нам нужно, чтобы он нас ловил, чтобы наступила ночь. И после этого... О, лови же меня, глупыш! Боже ты мой! О, наконец-то! Так, словил. Теперь нам нужно еще подумать о том, чтобы у нас был фонарик. Потому что, вы как помните, ночью там довольно-таки сложновато, сложновато. Так, идем искать фонарь. Фонарик, и сразу же вдруг меня... Если вдруг меня где-то словит сосед, то ничего страшного. О, вот он тут уже бегает, скачет. Сосед, лови меня, я тут, твоя цель, твоя жертва. О, словил. Словил меня. Ночь наступила, наступила. Фонарика не нашли, что очень даже нехорошо. Бежим сразу в лифт, в общем. Побежали. Кажется, он меня заметил. Но я быстрее, я шустрее. В лифт, жукс. Так, ну не в лифт, а винтовую шахту, так скажем. Так, залезли, раз. Теперь сюда два. И тут была потом дырка такая. Вот она, дырочка. Все, теперь нам нужно только... Вагонетку я остановил временно. Пока что нам этого не нужно. Нам нужно зайти в помещение, где писала день и ночь. Но для этого нужно понять, где это, собственно, помещение и находится вначале. Потому что я его... Мне что, бывает сложно даже его найти. О, вот, нашли. Хорошо, теперь надо туда долететь. Допрыгнуть. Правильно ведь? Вон туда. Так, темно, 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 темно. Открываем зонт, и примерно отсюда мы сейчас совершим прыжок. Ух, о, есть, долетел. Кажется, мне получилось. Все, ночью, по идее, должно у нас тут получиться дверь эту открыть, по крайней мере. И сейчас мы здесь ставим граммофон. Граммофон, 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 давай же, ставься. Граммофон не пропадает, это та вещь, которая... Вот бинокль у нас в прошлый раз тут как-то отскочил. А граммофон не должен бы отскочить, чтобы дверь не закрылась. Так, надо как-то его подвинуть поближе. Граммофон, ты чего так? Да не хочет он тут становиться. Вот же безобразная штуковина. О, во-во-во-во-во. Все, по идее, дверь не закроется. Я надеюсь, надеюсь, что в этот раз все получится. Стул мы можем, по идее, где-то в сторонку убрать. Граммофон, ты моя надежда. Давай, все надежда на тебя. Поехали. Теперь надо нам сдохнуть. Так, о-о-о, бомц. Должен наступить теперь день, обязательно. Так, это у нас не день, это у нас утро. То есть солнышко только-только встает. Теперь нам нужно, собственно, попасться соседу еще раз на глаза. Так, фонарик. Ой, а что-то дверь не открывается. Не понял, что-то застопорило. О, вот он, сосед. Словил? Молодец, поздравляю. О, наступил день, потом будет вечер, а потом будет... О, а так день, все, стоп, чуть не натупил. Все, нам нужно днем туда попасть. Бежим, 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 бежим. Все под контролем. Пока что идет все по плану. Все, как я и задумывал. Фух, так, раз, два. Есть такое дело. И теперь нам нужно найти то место, куда нам нужно запрыгнуть. Ой, 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 вот где-то вот здесь оно. Тут просто надо аккуратненько спуститься вниз, правильно? Оп, 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 оп. Вот и все, вот и все, вот и все. Граммофон, тут и моя умница. Стоит, как и должен был. Вот, наконец-то мы попали в эту комнату. И тут уже можно только днем заходить. Видите, солнышко. И вот для чего мы сюда заходили. Ради того, чтобы взять заветный тортик. Так, открываем это еще все дело. Тут ничего нету. Кстати, по поводу новостей, что касается мобильной версии. Кажись, там первый только акт будет бесплатный в мобильной версии, а все остальные акты уже за денежки. Так. Решетку открыли.
Знакомое место, знакомое, что очень даже хорошо. Открываем. Вот здесь, кажется, была гитара, правильно? Да, вот она, гитара, семиструнная гитара. А что я могу выбросить теперь? Граммофон, зонт, боже, мне все нужно. Ну, гитара мне тоже нужна. А, стоп, давайте зонтик тут оставим временно. Возьмем, мы сейчас сможем просто гитару поставить вот здесь и кое-что сможем новенькое активировать. Так, 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 вот, вот здесь мы можем гитару поставить. Как-то так. Что-то она только не очень поставилась. Так, интересно, если я тут так все побросаю, оно все будет работать или нет? В самом деле, должно активироваться кое-что. Так, а куда ведет кабель? Видите, куда он ведет? Кабелек ведет вот сюда. Должна открыться решетка. Вот здесь где-то. Подняться вверх или вниз. Короче, должно каким-то образом тут это дело все открыться, и чтобы мы могли отключить холодильник, чтобы у нас карточка была доступная. Но сейчас я никак не вижу, чтобы здесь что-то открылось. Значит, я должен там еще что-то поколдовать. Давайте смотреть. Подушка есть на месте. Кепочка. Вот кепочка как-то упала у нас. Кепочка должна быть вот здесь с краю. Вот, может, как надо правой кнопкой нажимать, чтобы ее поставить? Вот кепка. Вот она, не ставится так просто. Так, может, должно быть на красной дорожке все? О, поставилась. Так, есть кепка. Скейт. Вот скейт тоже, видите, перевернулся как-то вверх тормашками. О, скейт поставился. Фонарик. Ну, теперь, кажется, все стоит. Гитара, фонарь, кепка, подушка, скейт. Теперь идем снова в окошко смотреть, все ли у нас там под контролем. Так. Подождите-ка, я правильно побежал? Кажись, я неправильно побежал. Не сюда же бежать. Ну, зонтик хотя бы заберем, чтобы я сюда не зря бегал. Так, а где это было место? Где это? Ага, нам просто нужно за кабелем следить, и все, мы разберемся тогда. Вот, кабель у нас сюда тянется. Смотрим, открылось там что-то или нет. Ничего не видно, чтобы что-то открылось, правда? Почему-то ничего не открывается. Что-то я сделал не так? Должна была решетка открыться, и я должен в нее теперь иметь возможность попасть. Но я не вижу, чтобы здесь как-то решетка вскрылась. И сверху, по идее, как-то я должен туда в нее запрыгнуть. Видимо, что-то мы не доделали. Скейт, смотрим еще раз. Скейт перед тумбочкой. Подождите-ка. Возле... Как это все надо... Сосед где-то рядом? Может, я не так поставил? Подождите-ка. Ой, он бежит вон. В окне, вон, гляньте-ка. Значит, мы неправильно поставили кепку. Кепка должна быть с краешку, вот здесь. Так, зонт пока не нужен. Кажется, нас сосед спалил. Надеюсь, у нас сейчас не словит тут. Значит, мы должны как-то это все дело заново переставить. Значит, надо вот это дело вот сюда поставить. О, на краешек. Потом гитара стоит ближе к подушке. Гитара. Может быть, просто это имеет значение, это все дело? О, поставилось. Скейт. Вот теперь-то как на картинке, по идее, все стоит. Скейт. Ну, скейт немножко перевернулся, правда. Но скейт ближе к подушке, к стенке. Что было такое? Он, где моя кепка делась? Скейт ближе к подушке. Вот тут где-то. Он тут что-то с ума сходит. Он не ставится. А-а-а! Бомбит. Так. Поставь. А где теперь делась моя кепочка? Он кинул банка, и кепка куда-то... А, вот она слетела. Вот она, кепочка. Падает. Так. Скейт. С ума сходит скейт. Боже ты мой. Что ж так сложно? О, поставил как-то. А ну-ка, смотрим на картинку. На краешке? На тумбочке, на краешке. На краешке, на тумбочке. Так, это у стенки, по идее. Возле стенки подушечка. Подушечка возле стенки. Сверху над подушкой фонарик. Он как-то не так, как там стоит на картинке. Но вроде бы же это не должно быть существенно, правда же? Как это не так точно-точно, как точно-приточно, так как там не поставишь. Смотрим, открылось. Ой, я выпрыгнул. О, открылось. Видите? Назад. Открылось. Зонтик, где мой зонтик? Берем зонт. Решетка открылась, ребят. Вот теперь пошел прогресс. Видите? Там видно. Короче, если я нажимаю пробел, то я вижу. Теперь надо, получается, туда сверху туда спрыгнуть. Тортик у меня в руке, что очень тоже хорошо. Теперь нам нужно... Ой-ой-ой, тут сосед. Уходим. Не надо нам тут быть. Так, а куда мы теперь пойдем? Вот давайте... Ой, мне тут нежелательно прыгать. Или можно? Так, а куда я отсюда могу дальше запрыгнуть? Мне нужно на рельсы вообще-то. Вот на эти рельсы, да. Так, летим пока, ладно, вот сюда. Так, тут у нас что?
Тут у нас вот это дело. Так. Тут у нас что? Тут у нас камера. Камера мне не нравится. Давайте ее собьем как-то. Или хотя бы снимем. Так, хорошо. Устранили. Тортик мне нужно поставить, помним где. Биноклем можно будет увидеть, кстати, вот этот там код написан, чтобы мы цифры правильно нажали. Так, что, на чем мы остановились с вами? На кнопке для холодильника. Вот, давайте на этом сосредоточимся сейчас. Кнопка для холодильника. Нам нужно попасть опять на рельсы. На рельсы попасть. На рельсы. Да что ж ты такой? Полно вещей валяется. На рельсы нам нужно попасть. Попасть на рельсы, ищем способ, как туда залезть, ищем способ. Но можно через вентилят туда закарабкаться. Так, камеры, давайте все подключаем, да и все, не будем себе голову морочить. Так, спускаемся вот сюда, капкан вижу тут, имеется и тут капкан. Не будем туда идти. Вот, нам вот сюда. О, сейчас мы попадем на рельсы, и по идее получится у нас сделать прыжок, чтобы мы отключили... питание к холодильнику. Там тогда мы достанем карточку, по идее. Как я помню. Значит, что, идем и смотрим сразу же на стенки. Возможно, мы где-то заметим этот вот наш этот самый. Ну, тут ящик железный с сеткой. Где-то здесь он был. Вот он, видите, открылось. Теперь мы, по идее, зонтиком должны туда приземлиться. Оп, есть такое дело. Аккуратненько, аккуратненько. Можно присесть даже, наверное. О, есть, получилось. Отключил. И этот кабель, по идее, этот кабель, летчик этого дела, ведет у нас ровным счетом в холодильник. Видите, куда он тянется? Вот сюда, 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 сюда. И в холодильник. Теперь, по идее, холодильник должен перестать... А, морозильная камера. Перестать работать, и должна карточка сейчас у нас появиться, и мы сможем уже какую-то часть вот здесь это самое. Кстати, мы можем сейчас уже подвал открыть, у меня же ломик уже остыл. А ломик мы получали в комнате, где у нас было что? Где у нас был тортик. Там, по-моему, был лом. Давайте туда сейчас пойдем. Или вот здесь был лом, подождите-ка. Нет, не тут был лом. Лом был внизу, значит, все-таки. А нет, вот здесь упал, лом уже остыл. То есть мы можем сейчас его использовать, в принципе. Зонтик, давайте тут оставим, запомним только, что мы здесь его оставили. А ломик сейчас мы используем, и возле двери можно будет его... Если нас, конечно же, сосед сейчас не словит. Что он, может быть, сейчас тут где-то лазит. Так, открываем это дело. Так, доски. Вот ломик, допустим, сюда. А доски, такое дело капризное, такое противное, что иногда они все портят. Двери закрыты, карточка. Еще немножко не растало. Я не могу еще ее взять. Уже слышу, как сосед где-то там шумит. О, есть у нас карточка. Почти уже можем ее почти взять. Вот она подпрыгнула со льда. О, теперь мы можем в подвал. В принципе, для нас подвал уже готов. Но мы не можем пока что там ничего сделать в подвале. По той простой причине, что у нас еще нету... мы еще не выучили все свои эти вот способности. Суперспособности. Поэтому нам делать пока что нечего. Так, зонтик. Забираем, он нам пригодится в скором времени. А здесь мы сейчас будем спускаться вот сюда. Вот сюда. И тут мы оставим сейчас еще один кусочек торта. Получается, у нас уже есть три... Ой, получается, у нас уже есть три куска тортика. Три куска. И один... Сколько манекенов? И два манекена. Значит, один манекен я помню, где был. Теперь нам нужно вернуться, наверное, за биноклем, чтобы мы цифры там угадали. Давайте возьмем еще один манекен. Значит, за биноклем мы можем вернуться через, по-моему, через эту дверь. Мы там ходили к этому месту. Так, вот здесь мы сразу же сейчас... Что, камера? Не надо нам тут камер лишних. Значит, мы сейчас должны как-то с этим вопросом тут решить. Так, дела наши. Так, это мы активировали, деактивировали. Тут закрыто. Вот здесь мы пока ничего взять не можем, правильно? Правильно. А здесь куда мы можем пройти? Нам нужно на ступеньки пока что. Ой, нас, кажется, заметили, ребят. Нам нужно... Ой, так, сюда. Возьмем ящик один. И пройдем вот сюда. Ой, шумит все. О, так. Нам нужно все-таки вот сюда. Так, открыли, закрыли, открыли. Бежим. Опа. Долечу? Долечу. Хорошо, долетели, даже с закрытым зонтом, по-моему, я случайно его закрыл. Теперь нам нужно, чтобы я сейчас не запутался. О, кстати, мы тут неплохо вагонетку остановили, ее бы немножко еще ближе, и мы сможем с вагонетки, может быть, даже наверх запрыгнуть. Или мы как-то будем... Ладно, пока что остановимся, не будем на это сильно заострять свое внимание. Бежим в противоположную сторону тогда.
Так, думаем. Ага, нам нужно было забрать бинокль, чтобы мы цифры там подсмотрели. Сейчас мы попробуем его найти, этот бинокль. Ага, вот бинокль был вот здесь. Правильно ведь? Так, идем сюда за биноклем. Тут где-то его оставили. Вот он, кстати, валяется, бинокль. Все, теперь мы, по идее, можем вернуться к той точке. Тут где-то сосед рядом, что ли? Что за звуки? Так, камеры... Ой, это решетка, это нас не интересует. Нас интересует теперь то место, где мы, короче... Ой-о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 й, закрыть. Уходим, хочу днем играть. Словил все-таки меня, ну ничего, ладно, будем теперь вечером играть. Значит, теперь нам нужно опять-таки зайти в то место, где была картина, посмотреть там код с помощью бинокля. Куда он пошел? Я пока чайку попью. Наверх ползет? Ползет. А я за его спиной стою. Так, хорошо, пошли сюда. Значит, мы идем там, где картина была, и мы сейчас будем там код угадывать. Вернее, подсматривать его. Вот, написано 2, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 6, 1, 2, 6, 7, 8, 9. О, начала эта штуковина ездить туда-обратно. То есть теперь мы сможем попасть еще к одному месту, где у нас есть манекен Сьюзичка. Вот, наша задача... Наша задача теперь попасть на рельсы. Мы это дело активировали все. Теперь наша задача просто-напросто попасть на рельсы. Так, чтобы это сделать просто самым простым способом, нам, наверное, стоит залезть просто в эту, в лифтовую шахту. И там, наверное, соседа уже не будет. Бинокль нам, наверное, больше не пригодится, кстати. Так, бинокль, скорее всего, нам больше пока не пригодится. Теперь можем, по идее, вот сюда... Ой, он тут... Он вниз лазит уже. Тогда идем другим способом. Есть еще другой способ. Значит, другой способ у нас вот здесь. Как мы только что прыгали на это дело, на это место. Сейчас мы так и пойдем. Вот на коробке здесь. Вот сюда. И теперь у нас вот есть, получается, тут интересная возможность для прыжка. Опа! Долечу. Хорошо, теперь, когда мы здесь очутились, нам нужно найти ту точку, где, получается, двигается туда-сюда вот эта штука. У нас должна, по идее, перенести вот к манекену. И перенесла. Здесь, по идее, должен быть еще гаечный ключ, но сейчас почему-то я его здесь не вижу. Почему? Непонятно. Почему-то его тут нету, вот и все. Ой, я свалился, зонтик. Разбился, ночь наступила. Ну ничего страшного, поиграем немножко ночью. Теперь, когда у нас это дело совершено, мы можем вернуть, в принципе, манекен на свое место. А его место у нас вот здесь, там, где у нас день рождения происходит. Вот тут, в этом зале. Сейчас спустимся и вернем сюда манекен, чтобы он у нас не занимал больше места. Теперь, что нам нужно дальше? Один граммофон мы можем, в принципе, который добавляет рост растениям, убрать пока что. А вот тот, который граммофон красненький, мы, наверное, пока берем с собой. Почему? Сейчас вы все поймете. Значит, это мы отключаем. Теперь наша задача обратно вернуться на рельсы. И, собственно, там нужно будет сейчас снова орудовать. Но, наверное, лучше, чтобы меня сейчас сосед словил, потому что днем это будет делать все намного проще и легче. Но я пока не вижу ни этого соседа. Тогда идем в темноте, попробуем. Что нам нужно делать? О, нашел сосед, словил меня, хорошо. Потому что ночью, ну, некомфортно. Что нам нужно? Нужно подвинуть, получается, либо вагонетку поближе, и потом с трубы запрыгнуть на вагонетку, либо... Кстати, нам понадобится какая-нибудь маленькая ненужная вещь, которая нам... Вот, допустим, качан. Вот, он не будет нас много пространства на экране занимать, и мне будет хорошо видно. Значит, что мы должны сейчас сделать? Попасть каким-то способом на рельсы. Вот. Идем на рельсы. Нужно немножко подвинуть поближе вагонетку, потом построить там небольшую баррикаду, запрыгнуть на вагонетку, и с нее, получается, запрыгнуть наверх. Вот так примерно. Значит, для этого нам нужно найти пункт управления вагонеткой и чуть-чуть ее поближе подвинуть. Попробовать ее немножко поближе. Значит, ищем пока что этот пункт управления. Можно вот так, а можно по-другому. Можно, чтобы она постоянно двигалась, и можно запрыгнуть прямо,
прямо на ходу на нее, но это очень довольно-таки сложно. Мне кажется, так легче. Значит, нажимаем на кнопку и отжимаем. Ну и что, как вы думаете, она подъехала на нужную точку мне или нет? С какой стороны лучше смотреть на это дело? С этой или с другой? А, вот она. Хорошо. То есть как-то она не очень сильно подъехала, честно говоря, она должна быть ближе. Значит, идем еще ее попробуем двинем. А может быть, эта красная кнопка не отвечает за движение? Так, а теперь идем. Как она здесь оказаться могла? Я ничего не понял. А ну-ка нажмем на... Как она так быстро? Поехала. Отжимаем. Я ничего не понимаю. Она только что была там. А потом она обратно тут по... Какой-то глюк, честное слово. Это невозможно. Ей-богу, глюк какой-то. Ладно. Контролим этот вопрос. Контролим. Сейчас ее еще раз запускаем. Раз, два, три. Отжимаем. Идем смотреть, куда, как она доехала. Вот, она немножко, по идее, поближе должна уже быть. Что-то она слабо. Надо еще раз так же. Даже раз, два, три, четыре. Посчитаем до четырех. Раз, два, три, четыре. Отжимаем. Идем смотреть. Посмотрим сейчас, что там сейчас произойдет. Ну, уже поближе. Ну, давайте до трех. А потом будем уже посмотрим. До трех посчитаем. Так, идем еще. Раз, два, три. Отжимаем. Поехали смотреть. Идем. О, то, что надо. Гляньте-ка, только она немножко заблокировала проход. А как я теперь... Как я теперь наверх заползу? Он сосед, он бежит. Кругом меня оббегает. Как я теперь туда наверх запрыгну, слушайте? Как-то чересчур мы перестарались, по-моему. Мне нужно было как-то там с той стороны еще иметь зазор, чтобы мы... попали, получается. Я могу тут, в принципе, попробовать. Тут настроить ящиков, понаставить с этой стороны. Мне нужно 4 ящика. То есть мне нужно с другой стороны это все дело обойти. Давайте бросим туда куда-то качан. Здесь он не свалится. А, он вообще вниз упал. Ой-ой-ой-ой-ой. Плохо. Так, сосед бежит по рельсам или нет? Как вы думаете? Значит, нам нужно иметь сейчас 4 ящика. Но мы с той стороны 4 ящика, в принципе, найдем. В этом проблемы не будет вообще. Ну, сложно. Я сам себе тут, в принципе... Ой, еще и упал вниз. Надо разбиться теперь, наверное. Эх, или не надо? В общем, сложненько немножко. Сложненько немножко. Так, наверх-то мы попадем. Но смогу ли я там сразу гаечный ключ найти, я не помню. По-моему, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Что делать? Что делать? Что делать? Наверное, все-таки я склоняюсь больше всего к тому, что мне нужно просто вагонетку еще раз начать двигать, но подвинуть ее на нужную точку, на нужной точке ее остановить. Так, сосед где-то там залез, только-только он ее жопа там светилась. Он там бегает, я пока чайку попью, пускай он куда-то удерет. Там что-то бегает туда-сюда, топчется непонятно, прыгает. Так, надеюсь, он уже ушел. А вот и вагонетка. И мне нужно было ее чуть-чуть назад, но не получилось, да, к сожалению. Так, бежим искать опять комнату управления идем искать, короче. Так, бежим. Комната управления нас интересует. Комната управления. Вот она, комната управления. Нам нужно дождаться. Теперь ее здесь. И потом, собственно, когда тут она приедет, будем уже дальше думать. Думаем дальше уже ее продвигать. Это где там сосед шумит? Я пока не вижу вагонетки. Я ее хоть не прозевал? Она едет вообще, эта вагонетка? Я пока не вижу ее нигде. Вагонеточка. Ну где-то шумит, слышу, по рельсам стучит. О, приехала наконец-то, красавица. Остановилась тут, постояла, закрылась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отключаем. Идем смотреть на шестерочку. На шестерочку. Я считал 6, до 6 секунд считал. И смотрим, где она остановилась. Наша красавица. Ну, немножко далековато. Надо еще немного. Но теперь надо очень аккуратно. Потому что она почти-почти доехала до той точки, которая мне как раз и нужна. Сейчас мы, получается, нажмем. Оп. И отожмем. Ну, хоть бы я не перестарался только.
Я за это больше всего переживаю. Ну, вроде бы нормально. Но я там пролезу? Наверное, нет. А, хотя, может, и пролезу. Пролезу. Хорошо. Так, вот теперь мне надо здесь настроить какую-то такую пирамидку, чтобы я в итоге там просочился. Значит, граммофон пока что убираем. Зон пока что убираем. Тут у нас есть ящики. Оп, раз ящичек. Так, два ящичек. Так, три ящичек. Так, четыре ящичек. Так, есть такой моментик. Теперь нам нужно тут построить либо с этой стороны, запрыгнуть сверху, либо с той. А граммофон? Опасно. Ну давайте просто попробуем тут залезть наверх. Ставим ящик под собой. Есть такой способ строительства. Только он что-то сейчас у меня не очень получается. И тут куда-то непонятное место падаю. Что-то у нас не выходит пока что. Надо еще один ящик. Так, есть еще один ящичек. Четыре ящика у нас есть в комплекте. Поехали. Так, запрыгиваем на него. Запрыгнем. Делать прыжок и ставить под собой, по идее, ящики. Раз, два, три. Вот, все равно мне не хватает прыжка, чтобы наверх попасть. Я могу отсюда запрыгнуть, разве что на трубу. Попробуем на трубу запрыгнуть. Ну, возьмем, давайте с собой тогда уже зонт и вот это дело. И что-нибудь такое, что нам маленькое еще пригодится, чтобы мы могли им потом бросить. Что-нибудь маленькое здесь есть? У них тут. Есть тут что-нибудь маленькое или нету? Ой, тут ничего маленького. Кроме коробок, тут ничего маленького нету. Берем, а то вдруг получится. Так. Взяли. Так, теперь, что у нас по инвентарю? Одна коробка лишняя. Одну можем поставить сюда. Так, нормально. Так, есть коробочка. Запрыгиваем. Я, по идее, на трубу допрыгну отсюда. По идее. Есть, на трубе. Миломоб на трубе. Так, а теперь надо поставить, по идее, здесь коробку. Из коробки потом сделать супер-мега-пупер прыжок. Так, не получилось. Ну, тогда надо сделать просто прыжок. Зонтик даже можно открыть. Так, где-то примерно отсюда. С шифтом. 3, 2, 1, вперед. Не получилось. Не получилось. Но с коробки точно я бы запрыгнул. Но на трубу коробка сложно ставится. Вы сами понимаете это дело, да? Коробочки. Берем коробочки. Идем пытаться снова это дело совершить. Такс. 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 Капканом не вижу, что очень даже хорошо. Так, идем. Попробуем сейчас второй попытки. Может получится. По-моему, если я не ошибаюсь, когда я там запрыгну с этой вагонетки на крышу, там сразу же я найду и гаечный ключ. И тогда я себе во многом сразу же облегчу работу. Так. Вот. И теперь коробки. У меня есть два шанса поставить коробку. Ага, тут даже коробки толком-то не ставятся. Они все вниз спадают. Плохо. Плохо, очень плохо. Как же мне тогда наверх туда запрыгнуть? Зацепился, повезло мне. Со второго раза получилось. Хорошо, мы на крыше наконец-то. И где же тут... О, вот и гаечный ключ. О чем я вам и говорил. Что этот гаечный ключ как раз нам пригодится для того, чтобы мы могли тут спокойно себе это дело все открыть. Калитку эту. И теперь мы сможем на нее забирать себе всяких вагонеток. Опа, все. Это мы дело вскрыли. Только ждите-ка, там остались гайки, правда? Или не исчезли? Нет, гаечки исчезли, к сожалению. Просто нам сейчас понадобится еще один предмет. Я это точно помню. Возможно, здесь что-то будет? Вот, эти помидоры. Вот здесь нам нужен этот вот граммофон с плохой музыкой. Включаем его. И вот они тут все у нас... Я его тут ношу. И все помидорки, получается, сразу же уменьшаются в своем виде. А, уменьшаются довольно-таки быстро. Потому что им не нравится эта песня ужасная. Так, и сейчас тут будет еще такая одна вещичка интересная. Так. Вот. Вот здесь мы получим новый ключ. Нам надо сейчас это все поуменьшать. Летим пока наверх. Давайте пока наверх заползем. Оп. Возможно, здесь будут какие-то вещи. Так, а я могу ее отключить, держа в руке?
Это ужас, такой звук страшный. Так, идем наверх. Вот здесь, кажется, был еще один манекен. Да, вот он, еще один манекен. Это четвертый манекен или третий? По-моему, четвертый, если я не ошибаюсь. Или все-таки третий? Нет, да нет, четвертый. И тут, короче, еще один есть такой челлендж, чтобы забраться наверх. Но это очень сложно. Тортика здесь, кстати, нету, да? Вы заметили, что тортика здесь... Ни семечки, ни тортика здесь нету. По-моему. Но я, по крайней мере, не вижу тут ничего. Так, поменяли немножко разработчики. Все, тут, по-моему, раньше был тортик. Так, а смогу ли туда запрыгнуть я? Давайте рискнем, попробуем, чоли. Опа, на трубу. Котик запрыгнул на трубу. Так, котик запрыгнул на трубу. Котик запрыгнул на эту штуковину. Тут я прополз. Теперь мне нужно вот сюда залезть. Ага, то есть без двойного прыжка, либо без коробки я сюда не заползу. Но я могу попробовать поставить граммофон. И на граммофон залезть. Может, получится на него запрыгнуть сверху. О, на граммофончик закарабкался. Так, прополз. Я, кажется, забрался на самую высокую часть этого мира. Вот, и здесь, по идее, у вас будет новое достижение в Стиме, если вы сюда закарабкаетесь. Но, кажется, я когда давным-давно сюда уже залазил, поэтому у меня ничего тут сейчас в Стиме не высветилось. Так, граммофон мы, наверное, заберем все-таки. Граммофончик. Так, и что мы сейчас дальше делаем с вами? Нам нужно сейчас сделать следующее. Там, где я брал коробки, помните? Вот, и нам там нужно залезть, чтобы взять новый ключик, чтобы мы получили новое задание. Значит, нам надо вначале спуститься вниз. Вот сюда. И сейчас попробуем в механизм что-нибудь забросить. Допустим, граммофон пока что мне, по сути-то, и не нужен. Вот, если он туда поместится, то будет хорошо. Вот, потом, если что, мы его сможем добыть опять. Он даже не хочет туда залазить. Граммофон, что с тобой? А ну залазь, что за безобразие? Он тут слишком толстый. Он туда не лезет, не помещается, граммофон. А гаечный ключ не ходит, неохота туда бросать. Ну давайте гаечный ключ туда. Сработало, сломали. Так, ну слушайте, теперь мы, когда мы это дело коварное сделали, то отсюда мы сможем, в принципе, попасть уже вот сюда. Но нам нужно будет ключик иметь для этого дела всего. А еще один ключик. Еще один ключик у нас скрывается вот там. Ключ. Мы этого возьмем, его обязательно его возьмем. Мы к нему уже вернемся в следующей серии. Ключик возьмем, пойдем проходить еще один страх его. И будем еще дальше продвигаться. На этом, пожалуй, все. Спасибо всем за просмотр. Мы играли в Hello Neighbor. Проходили его опять-таки сначала. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока-пока. Сосед еще в конце даже словил.